think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренних акций, как обычно. Поехали, посмотрим, что у нас сегодня. Вторник, 18 число. 18.02, скоро весна уже. Посмотрим, что интересного у нас есть. Так, начнем с рынка. 5 карт сразу же дают. Ну, то есть, возможность, скажем так, очень большая собрать какого-то героя. Плюс 500... Я считаю, это вообще огонь. 500 сундучков. Нормальная тема. 80 вот этих вот ивент-коинов. Так, что у нас еще интересного? Оккультист. Ворожей. Так, расходников у меня вроде уже как бы хватает. На следующего суперпитомца. Я вчера показал. То есть будет новый суперпэт. И, скорее всего, два героя. Так, Hero Card. Что-то скудненько, честно скажу, по этим. По пакетам на рынке. Нету прям такого вау, что-то интересного сегодня. Значит, сегодня должны быть другие акции. Spring Wheel. Boreal Fox, 1200 этих, 3000, может забрать печенек, сумки Валентины, да, в принципе, может что-то обновят новое потом, коллекционер, ну такой себе, 40к получается у нас. КГшек был, был коллекционер получше, были камешки. Тогда был Коля получше, но такое себе, честно скажу. Прям такое, чтобы мега вау. Я бы не сказал. Малышник. Да, такой себе что-то коллекционер. Особо ничего интересного нету. Так, HBM. Надо забирать. Так, то я вчера, по-моему, провтыкал. Не собирал по аккаунту. Так, ну, в принципе, ничего сегодня особенного нет. Наш раз ин. 50к. Сердечко до 20 числа. Ну, смотрите, мы уже 3 собрали. Так, отлично. Homecoming, Clash of Day. Да, ничего сегодня вообще нету интересного на английском. Хотя билд пак должен был быть. Что-то его нету. Странно. Ну, 3 камешка халявных тоже неплохо. Поехали, немочку чекнем. На немочке, как обычно, должен быть какой-то трешечок, я надеюсь. А, блин, после вчерашней колды с абрикосом еще не проснулся. Вчера нормально подрубили в колду. Кто любит, подписывайтесь на второй канал, там пока версии игр. Вчера что-то пошло не так. Такс. Тут по 2000 дают, 1600 печенек, питомцы. Чего хотите сказать, на немке тоже ничего интересного нету. Так, тут у нас что с обожанием, видите, насколько разница в количестве народа. Там мы уже собрали практически, ну, 3 собрали, 4 начали собирать, здесь нифига такого нету. Тут печальнее все намного. Ну, то есть, это показывает количество народа, где на каком серваке сколько играет. Можете побегать, посмотреть.
плюс-минус приблизительно будете знать, где как народ сидит. Ну, я надеюсь, попытки везде же одинаковые у нас. Соответственно, так, тыковки. Тыковки нам не страшны, у нас есть стрелок. Блин, обалденный аккаунт, но не хватает фрейки. Фрейки очень не хватает. Через 25 минут обновится. Да, тоже ничего нету. Чекнем Тайвань. Где-то обновление уже должно быть. Я думаю, на этой неделе. Среда, четверг, думаю, Тайвань запустится. Так, смотрим. Мешок зефира. Накопление. Карты. Да, тоже никакой халявы нет. Но обычно перед обновой они ничего не дают, когда обнова там бывает. Плюхи дают, так. Понятно. Где-то остров должны открыть, по идее, завтра. Кстати, нету той акции, которую я показывал. А, нет, все-таки есть. Вот она, но она не открывается. Да, ничего, вообще ничего нету интересного. В общем, если что-то интересное видите, пишите. В телегу, в ВК. Не, в ВК лучше не пишите, пишите в телегу, скидывайте. Так, поехали дальше. Надо открыть видосик нам еще. Утренняя угадайка. Так, что у нас на русском делается интересного собрать? Сарделька. Сарделька. Трайт с выходы, значит, сегодня есть коллекционер. О, есть огник, надо, кстати, зайти отдать. Победителем будет. Главное, не провтыкать этот момент. Еще и даже не один, ничего себе. Королев воздают. Так, если тратить с выгодой, значит есть коллекционер на русском сервере. Войди в игру. Покупки на все. Сейчас посмотрим, что делается здесь. Да, видите? Блин, что получается, на этом больше народа или что? На английском сервере. Получается так. Авиар коллекционер. Ну, просто без комментариев. Два или три месяца, блядь, одно и то же. Ну, сделайте нормальный, блин, коллекционер. Ну, да, там, если слизни собрать 10-ю эмблему борца, для архи, конечно, это нормально. Но, блядь, ну, вот это плюхи разве? Короче, печаль полная. Так. Блин, сложно. Вчера три или сколько мы с абрикосом часов в колду позалипали, блин, сонный капец. Так, отлично, плюхи забрали. Квеста нету. Поехали, перепрыгнем. На второй аккаунт.
Так, перемещу себя сюда. Ребят, что надо сделать? Все есть на стартовой страничке. Не задавайте 10 раз одни и те же вопросы. Я все понаписывал. Так, окей. Есть. Студеный, исторический и шаман. Шаман, палач, синяя слизнь рядом. Ледяной шаман нет. Два синих слизня рядом. Шаман нет. Студеный. Кристаллический эктоплазм и шаман. Так. Шаман, синий слизень, бочка вижу. Я шаман, циклоп. Синий слизь, циклоп, шаман. Синий слизь, ниндзя, шаман. Шаман, палач, синяя слизь, два синих слизня. Ну вот, студеный, кристаллический и шаман. Студеный, кристаллический и шаман. Угадал, сейчас посмотрим. Подписка на первый, второй есть, отлично, красавчик. Человек сделал, в принципе, выполнил все условия. Чекаем репостик. Все есть, все good, все сделано. Ничего сложного, ребят. Просто вот человек все правильно сделал и угадал. Поэтому я тут смело угадай-ка. Даже сегодня, думаю, заберем. Посписываюсь. Еще ребята писали. Победители есть. Ой, главное не облениться. Ой, пишите комменты, ставьте лайки. Видите, ребята угадывают. Кто делает все правильно, четенько. Те угадывают. Подписки есть, красавчик. Просто красавчик. Но копирайн даже слушает. Все. Все сделано так, как надо. Четенько угадал. Подписки на два канала. Сделал репост. Красавчик. Поздравляю. Все. Пишите комменты. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.